Последние 5 лет ежегодно наблюдается тенденция к снижению количества возгораний. Однако количество пострадавших остается на прежнем высоком уровне. Чтобы предотвратить подобные происшествия, сотрудники Мособлпошспаса отработали действия по спасению людей с верхних этажей высотных зданий. Учения прошли в Люберцах совместно с сотрудниками коммунальных служб. Высокая застройка современных городов создает дополнительные сложности для пожарных служб. Тушение огня на высоте свыше 10 метров требует применения особой техники и квалификации. Именно для отработки подобных происшествий службы ГО и ЧС проводят учения. Тем более, что пожары в высотных жилых домах случаются все чаще, причем не только в Люберцах, но и по всей стране. Глава городского округа Владимир Петрович Ружикин поручил нам провести такие занятия с управляющими компаниями, чтобы отработать, показать, какие возможности наших сил и средств. Основным способом эвакуации людей из многоэтажек является пожарная лестница, ведущая к запасному выходу. В случае недоступности запасного выхода пожарная бригада приступает к реализации дополнительных спасательных операций с применением специального оборудования. Ну и спасательное устройство – это автолестницы. В данном случае это лестница 50-метровая лестница. У нас таких лестниц две. Есть еще коленчатый подъемник, стоит в городской пожарной части 27-й. Также здесь представлен был на занятиях так называемый куб жизни и спасательное полотно. Огромная ответственность профилактики пожаров лежит на коммунальных службах. Пожарные не всегда имеют возможность контролировать ситуацию в конкретном доме или помещении. К тому же необходимо проверить рабочее состояние противопожарных сигнализаций. Поэтому на проходящие учения были приглашены представители акционерного общества «Жилищный Трест» и других управляющих компаний. Впереди новогодние праздники. Один из самых горячих периодов в работе служб ГО и ЧС. Виктор Петров, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.